Аграрии региона завершили уборочные работы зерновых и зернобобовых культур. О том, какой вклад внесла Североказахстанская область в общий каравай страны, расскажет наш корреспондент. 3 октября аграрии региона завершили уборочные работы зерновых и зернобобовых культур на площади порядка 2,9 миллиона гектара. Валовый сбор составил более 4,4 миллиона тонн. Средняя урожайность 15 центнеров с гектара. Качество зерна очень высокое, отмечают специалисты. В прошлом году у нас урожайность была выше, но и учитывать то, что в текущем году был немного засушливый год, но как бы наши аграрии по сравнению с соседними областями это не почувствовали, так как рационально использовали, технологию соблюдали, вносили своевременно удобрения. И урожайность, вот можно сказать так, снизилась, но не сильно. Собрали и урожай овощей. С площади 6,2 тысячи гектаров получили около 100 тысяч тонн. Урожайность составила 158,5 центнеров с гектара. Неплохие объемы картофеля. С 33 гектаров собрано 490 тысяч тонн овощей. Стоит отметить, что в регионе продолжается уборка масличных культур. В текущем году было внесено 115 тысяч тонн минеральных удобрений. Но это не все. Внесение продолжается. Приобретено и оплачено в текущем году 123 тысячи тонн. Это является высоким показателем. Процент от республики, 25% от республики мы вносим только минеральных удобрений. В текущем году было задействовано 7,5 тысяч зерноуборочных комбайнов для уборки. На сегодняшний день для успешной зимовки скота заготовлено 751,8 тысяч тонн сена и 960 тысяч тонн соломы. Анастасия Дроняк, Нурсултан Теликтесов, Самат Исенгалиев, служба новостей.